Проведем Приходите время. к нам, друзья. Спасибо. Проекты несут свою культуру по всему миру. Хотелось бы увидеть президента Северной Кореи. Кто у вас главный в стране? И какой же политический курс? Ну, получается, что я... У нас максимально дружелюбная программа. Да. Такой пиздобой! Вот, мы вкладываемся в экономику, вкладываемся в экологию. Ну, собственно, как и видно по нашим графикам. Вот, Киевстонер сейчас жестами объясняет нашу программу на дальнейший год, конечно, но не сейчас. Сейчас у нас в планах только дружба. Приходите, пизда, будем с вами общаться, дружить. Вот, мир во всем мире. Прошлый год, сейчас мы пошли поговорить с Ираном, как бы, да, то есть, ну, в принципе, подружились, вроде как бы, более-менее нормально, всех такие нейтрально-позитивные все вроде бы. То есть, ну, мы развиваем пока страны. У нас вообще похуйню. Обстоят дела, да, то есть, как бы, мы пока что потихонечку развиваемся, то есть, мы вкладываемся в города, то есть, развиваемся. Хотелось бы вернуться к Китаю. Почему вы не пускаете никого? Почему отказали, да? Друзья, ну, нам переговоров хватило. Ребята, ты что, Китай вообще землю под ногами не чувствует? Я понять не могу. Деньги не крылья. Но походку меня, да? Не, с Китаем что-то неладное, ребята. Пацаны, вы что, ключи от жопы потеряли? Себя придите по-братски. У нас разговор, человек ест... Он ведет себя как черт, отвечаю. А, не... Простите, вот еще и иранцы. А можно вы нам говорите, слово? Что у вас есть вы... У вас все нормально, у нас два города, блядь, убили. О, конечно. Так у вас, еще, у вас же еще два есть. А, кто это сказал? Кто это сказал? Северный Корея. Вам пизда, блядь. Вам пизда, я вам заявляю. Вы сказали пару слов. Принеси соболезнования Китаю. Твой стропон тут. Венесуэле. Какой ебу, сука? Долбоёб, у меня один тут жук завёлся, блядь. Просто вынуждаю. Что, резиновая кукла? Да подожди, мы... нахуй, США за секс-просветление. Окей. Подождите, мне очень импонирует то, как ведёт себя Америка, как ведёт себя Иран, на хвосте упал. Ну просто Иран, знаете, что однажды место на хвосте закончится, придется сесть на хуй, понял? Такая ситуация. На хуй. Проблема в том, что вы уже скачете. Так же, знаете, что я хочу сказать? О, Германия. Отправляй домой. Давай. Че? Здорово. Может, тогда подняли вас? Что там в США? Ой, хуйня, блядь. Какой США? Или че? А, наебали! Да не, понимаю, блядь, наебал, значит, блядь. Папа США? Нет, мне уже никакой инфы не надо, блядь, я понял, что до пиздоболочек. Да это правда, не, сейчас подождите, сейчас, подождите. На, серьезно. Что, правда, понятно. Что ты, блядь, у меня еще гематома, представляешь, когда летел, ударился, блядь. Понятно. Пригрело, блядь, ебать, жара, да понятно. Я тебе серьезно говорю, духота полная, блядь. Нам пизда, я это уже понял. Нет, мы вас не ебашим, Тегеран и Пусан, по одной ракете, Тегеран и Пусан. Иран, я не понял, но... Короче, мы договорились, мы с Ираном договорились ебашить в Россию, а с Россией договорились ебашить в Иран, дядя, и ты заходишь! На злой вот хотел что-то сказать, но сейчас самое время что-то высказать, сказать тебя все послушают, я думаю. Есть что сказать? Я забыл. Посмотрите, для начала статистику, потому что мой разговор был аргументирован тем, что я не знал, что сейчас будет. Мне интересна сама статистика. Смотря какой фабрик. Чтобы от ней отталкиваться тем, чтобы выразить свою конструктивную мысль. Смотря сколько details. Мысль по данному мероприятию и сказать более правильное решение, чем оно сейчас существует в моей голове. Как же он говорит красиво. Как сказал. А я Америка. И Лос-Анджелесу пришла пизда.